Владимир Макарения видит кино с другой стороны. Правда, для него оно ввиду технических особенностей получается немым. За 16 лет в кинотеатре «Товарищ» мужчина прошел путь от видеоинженера до ведущего специалиста. Именно благодаря его профессионализму в обручении гости города без проблем смотрят лучшие отечественные и мировые фильмы. Наш герой проверяет титры и качество картины. Если говорить проще, то делает все, чтобы не было киноляпов. Владимир признается, работа хоть и тяжелая, но интересная. Чем привлекает? Ну, очень интересное оборудование. Цифровое, современное, интересно работать, вот, что-то новенькое, фильмы нравятся, кинематограф сам нравится. Интереснее, конечно, смотреть в зале кино, потому что неотъемлемой частью кинопоказа это звук является. А звук здесь, сами слышите, что кинопроектор забивает немножко. 5 лет назад главный кинотеатр города пережил очередную реконструкцию. Ультрасовременное оборудование, опция 3D-показа фильмов и комфортабельные сиденья. В доме кино созданы все условия, чтобы наслаждаться просмотром. Кстати, в прокат уже вышла перезагрузка легендарной игры «Джуманджи. Новый уровень». «Полицейский с Рублевки» тоже продолжает творить новогодний беспредел. И это далеко не все премьеры. Наш кинотеатр может вас обрадовать премьера фильма «Звездные войны. Восход». Это продолжение всей саги «Звездных войн». Очень фантастический, интересный фильм. Юные зрители могут увидеть «Иван Царевич и Серый Волк 4». Это продолжение тоже нашего мультфильма, российское производство. Очень интересный фильм, так что приглашаем всех. Драмы, мелодрамы, комедии и триллеры. Только за год кинотеатра «Товарищ» посетило 239 тысяч зрителей. Здесь цифры говорят сами за себя. Основные наши цели – это поддержание все-таки комфортных условий для наших любимых зрителей, поддержание материально-технической базы и создание мягкой ценовой политики. Сделать так, чтобы стоимость наших услуг была доступна для каждого жителя нашего города. Администраторы, видеомонтажеры, бухгалтеры и кассиры. В этот день, в честь 95-летия белорусского кинематографа, слова благодарности звучали в адрес 8 лучших специалистов. Для них грамоты, цветы и подарки. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.